Привет, мои хорошие! Сегодня я снимаю видео о покупках в магазине фабрики «Свобода». Кому такое видео интересно, вас приглашаю к просмотру. И я надеюсь, что вам будет интересно. И как вишенку на торте я оставлю одну очень необычную коробочку, которая привлекла мое внимание, которая просто поразила мое воображение. И я вообще, мне эта жизнь не перестает удивлять. Не столько всего прекрасного, интересного. Нужно ловить мгновение и любить жизнь. И она ответит взаимностью. Вот. Ну, правда удивилась. Обязательно расскажу. Сначала хотела первым, потом нет, в конце. Интригу держим, интригу немножко. Девчонки, я уже не раз снимала видео о покупках фабрики «Свобода» косметики в моих фаворитах, в любимых продуктах, в пустых баночках. Я вам периодически показываю свои любимые средства. Вот у меня есть обязательные must-have, как говорят сейчас, на осень и зиму. Давайте, наверное, с них и начнем. В общем, обычно я покупаю все в магазине фабрики «Свобода», который при фабрике находится на Вятской, но в этот раз мы были, вот съездили на выставку «Интершарм», и первый стенд, который вот мне попался, это был магазин «Свободы», а у меня был список, потому что я зашла на сайт, и, ну, чтобы глаза не разбегались, там огромный ассортимент, и было много новинок, и я прям составила список. В этом списке было 11 товаров. Вот. Кое-что, совсем мало, совсем чуть было без, как бы уже сверх списка, но прям совсем немного. Давайте начнем, я вам покажу. Кратенько так покажу, что я купила для дочки. Я купила вот из серии «Алиса» душистую воду. Здесь яркий фруктовый аромат с нотками спелых ягод. Ну, потому что ей тоже нравится душиться чем-нибудь. Пусть у нее будет вот такая своя красивая какая девочка тут, не знаю. 140 мл объем в виде спрея. Вот такое вот купила душистую воду. И второе средство для дочки тоже вот из этой серии, тоже серия «Алиса». Я взяла спрей-кондиционер для волос, который идет с экстрактом клубники, протеинами пшеницы, пантенолом, овсяным, кокосовым молочком. И здесь тоже 140 мл. Это называется клубничное мороженое для детей без силиконов, гипоаллергенно. Легкое расчесывание. Мы еще эти средства с ней не пробовали. Вот сейчас отсниму видео и уже отдам ей в ее. Тоже у нее есть маленькая косметичка и есть своя полочка. Поэтому тоже у нее будут такие свои штуки. А вот это называется фруктовый микс. Здесь внизу написано фруктовый микс. А это у нас клубничное мороженое. Так, то, что вот всегда осенью, зимой покупаю, вам всегда рассказываю. И вы знаете, когда я задала вопрос интернету, самый лучший крем для век, как вы думаете, какой был ответ? В том числе, одним из первых мне вот и на YouTube, и просто вот я, ну, в интернете смотрела, это был крем для век и лица, который называется «Вечер» от фабрики «Свобода». Девочки, я просто обожаю этот крем. Он у нас идет с экстрактом петрушки и витаминами А и Е для сухой и чувствительной кожи. Вот он жирненький, он достаточно такой плотненький. Многие ругают его за запах, мне нет, у меня не вызывает неприятных ощущений этот запах, мне он нравится. И этот крем, он просто летом и весной он тяжеловат, но осень-зима — это вот то, что обязательно нужно в период, вот, когда отопление, то есть в помещении сухо, какие-то шелушинки, раздражения от ветра, да, такие покраснения. Вот этот крем, он идеально успокаивает, восстанавливает кожу. И я просто сейчас еще потом прочитаю, что на нем написано, я от своей, да, ощущения скажу. Сейчас я как-то запишу это видео, я сниму макияж, смою и прям таким жирным слоем наношу этот крем за несколько часов до сна. Вот пока сейчас что-то буду делать по кухне, он будет у меня на лице. Потом остатки я промокну салфеткой. И утром я проснусь свеженькая. У меня, вы знаете, я иногда его прям жирно-жирно вот сюда наношу, где у меня гусиные вот эти вот, ну, такие мимические морщинки, гусиные лапки. Они у меня бывают порой вот от усталости, сильно вот, ну, как бы так, да, выражены. То когда я утром вот я беру прям жирненько вот так вот наношу сюда вечером, и утром смотришь, вот реально как ластиком стерто. Они, конечно, просвет, но они настолько вот
как-то напитан, он как-то вот, ну, прям улучшает кожу. Если есть какие-то именно вот сухость или раздражение, он успокаивает кожу. Здесь у нас экстракт петрушки, витамин А, Е, натуральное растительное масло, пшеничный воск, ланолин. Они питают, смягчают, оказывают осветляющее действие. Здесь вот, не знаю, не замечала, но я точно замечала, что кожа, вот особенно когда я вижу, когда кожа уставшая, я вот его использую как такой восстанавливающий крем и для лица, и для век он подходит. Единственное, я не наношу его на верхнее веко, то есть, может, совсем чуть-чуть, да, как бы вот какие-то остатки я распределяю, а так вот плотно-плотно, вот, вот на носогубные складочки я прям беру, знаете, вот такими, как массажик такой делаю, вот такой поперечный, вот по вот этим вот. Могу немножко похлопать, потом еще потом жирно нанести, вот даже как маску, да, а потом смываю, могу нанести только вот сюда, вот на эти места, не близко прям глаз, кому вот здесь походить какое-то время. В общем, это какое-то чудо, это классное средство, оно мега бюджетное, но это вещь, этот косметический продукт, он у меня незаменим и мне необходим. Так, я упаковку, наверное, уже могу брать, потому что я уже им, конечно же, усиленно пользуюсь. Может быть, не на каждый день, вернее, не на каждый вечер, да, где-то я чередую, могу что-то полегче, но сама кожа просит вот периодически вот этот крем. Так, и второй, который я купила, это был крем Герантол с оливковым маслом и ортокислотой. Вот буду чередовать эти кремики, этот пока не открывала. Я беру и люкс беру, и янтарь беру, вот нравятся они мне. Ну, больше всего нравится вечер. Ну, взяла, раз я уж в свободе, надо. Все хотелось мне взять, попробовать. Так, дальше, девочки, будут новинки для меня. И я очень рада, что вот это такой вот, как сказать, вот этот сегмент заполнен у фабрики «Свобода». Раньше у них не было. Я приобрела ночную крем-маску для лица, витаминный коктейль. Так, вот она. Давайте откроем. Еще не пробовала. Это вот такая у нас баночка, как бы вам так поудобнее показать. Значит, здесь у нас масло жожоба, авокадо, маракуйя, оливковое, витамины А, С, Е, экстракт граната, лимона, яблоко, черники, винограда. Насыщает кожу витаминами. Какой же у нее? Значит, она у нас для сухой и нормальной кожи. За 2 часа до сна остатки удалить салфеткой. Пока что не пробовала, но очень обрадовалась, что у Свободы появились масочки. Потому что раньше я как завсегдатай свободовского магазина, ну, не встречала и очень обрадовалась. Я люблю делать маски для лица, делаю где-то их там через день. Ну, часто делаю. Детокс-маска для лица, экстракт фукса, ламинарии, глубокое очищение, увлажнение. Тоже пока не пробовала и тоже очень довольна, потому что я вообще обожаю все, что связано вот именно с водорослями. Моей коже подходит, я вижу результат. Обязательно вам расскажу. Тюбик большой, 80 мл, так что, может быть, в каком-нибудь из влогов я вот несколько раз потестирую и постараюсь вам свое мнение, впечатление в каком-нибудь из влогов рассказать, чтобы не ждать пустых баночек. Может, какое-нибудь такое тоже видео придумаем, что-нибудь, в общем. Крем для рук лаванда. Еще тоже не пробовала. Смягчает, увлажняет, успокаивает. Посмотрите, какая милашка. Обожаю лаванду, обожаю ее внешний вид, цвет, аромат. Очень люблю. У меня дома есть эта подушечка, знаете, с лавандой. Под подушечкой у меня лежит. Нравится. Я видела лавандовые поля в Крыму. Это очень красиво, это очень вкусно. Мы ехали в машине, и я не помню, так вкусно такое, знаете, дуновение ветерка. Окна были открыты. И смотрю, и просто фиолетовое море. Ну, это чудо. В общем, люблю лаванду. А крем у нас нежный аромат цветов лаванды. Способствует расслаблению, снятию усталости, стресса, успокаивает и вдохновляет. Вдохновляет, что немаловажно. И у нас здесь, значит, забота, смягчение, увлажнение восстанавливает. Пусть ваши ручки всегда остаются нежными. Вот такой красивый кремик. 80 мл приобрела. Еще взяла один крем, и, кстати, я его уже попробовала. У меня вот эта серия, такая ретро-серия. Раньше фабрика «Свобода», она называлась вот так. Роле, мы его звали Альфонс Роле энд Ко. Поставщик двора императорского величества. Представляете? И я купила... Вот, кстати, в начале видео, я не помню, 175 лет «Свободе». Фабрике «Свобода» 175 лет. И вот они вернули вот эту как бы серию, именно как называлась фабрика до революции.
поставщик двора и его императорского величества. Питательный крем очень мне понравился, приятный. Приятный, я сейчас прям намажу ручки, покажу вам текстуру. Вот такая вот. Так хорошо распределяется. Но я не скажу, что это прям пахнет пионом. Нет, приятный. Такой нежный аромат, даже не знаю, как его описать. Приятный нежный аромат. И приятная текстура. Мне он понравился. Я его так как раз от любопытства открыла, попробовала. Так, это был подарок за покупку. Сейчас тоже отнесу, кстати, ванную комнату. Dentist Swiss. Я взяла, там предлагали мне на выбор отбеливающую, не помню еще какую, а я взяла именно для восстановления. Имеет особый солоноватый вкус. Здесь активные компоненты способствуют восстановлению эмали, оставляют ощущение чистоты, эффект реминерализации зубной эмали, освежает дыхание и снижает повышенность чувствительных зубов. В составе натуральное эфирное масло мяты. Вот, давайте откроем, посмотрим. Я еще, кстати, не открывала коробочку. Сама паста тоже очень симпатичная. Ой, я так люблю этот цвет Тиффани. Обожаю. Красиво. Сейчас мы называем цвет Тиффани, а в детстве называли цвет морской волны. Помните, такие были красивые карандаши цвета морской волны? Вообще большой дефицит. Так, что еще? То, что чего не было в списке, на что я приобрела. Мне привлекло внимание вот такое мыло скраб. Здесь 100 грамм, и это с клюквой, там был еще с кофе, еще какой-то третий вид с клюковкой, такой кисло-ягодный, кисло-сладкий такой вот аромат. Мне понравился больше всего. Здесь экстракт морожки, брусники, клюквы, голубики и ежевики. Такой вот ежевики. Такой вот ягодный микс. Бережно очищает, ухаживает. Тоже красивую упаковочку я такую сестре купила и вот домой взяла. Для дочки взяла мыло Тик-Так. Такое оно красивое, прозрачное, вот это зелененькое, с экстрактом ромашки. Взяла ей. Дочке взяла и племяшке такое. И еще взяла вот тоже 0+. Детское мыло с календулой. Ой, такой нежный-нежный, вот приятный аромат, запах детского мыла. И еще вне списка были вот эти салфетки, они какие-то совсем бюджетные, но очень классные. Я их брала, когда в магазине была. Именно эти называются полевые цветы. И, девочки, вуаля, вишенка на торте. Когда я увидела эту красоту, я просто влюбилась. И, ну все, мое сердце, оно не знало, забыло о покое. Смотрите, что. Почему еще так вот спешу записать это видео? Потому что, мне кажется, это отличная вот эта коробочка, это отличная идея подарка. Я на самом деле, ну, знаю, что мои родные меня не смотрят, поэтому скажу. Я купила такой маме, свекрови, тете, себе, сестре, мужу. Я вот такие купила наборчики, потому что мне показалось это очень такое какое-то милое, красивое. Я, кстати, перед тем, в общем, сначала увидела на сайте, прочитала все про состав, про вообще историю этого продукта. Потом посмотрела видеообзор на этот продукт. Ну, все, влюбилась по уши окончательно, бесповоротно. Это был первый в списке, что я хотела приобрести. Итак, девчонки, это вот такая красивая коробочка, которая называется «Крем для рук. Цветы императрицы». Сама упаковка, она, видите, в виде такой вот шкатулочки. Смотрите. Ой! Подождите-ка. В виде вот такой шкатулочки. Внутри лежала записочка. Давайте же прочитаем, что здесь написано. «Красивые женские руки – давний предмет восхищения мужской половины человечества. Поэты помогали мужчинам подобрать слова, а производители косметики – средства. Для того, чтобы женщины поверили и оценили это восхищение». И вот в начале 19-го, начале 20-го лучшими производителями для рук были те, кто достигал вершины качества, а заодно и звания «Поставщик двора его императорского величества». И рекордного количества наград, подтверждающих этот престижный статус, добилась московская фабрика товарищества «Роле энд Ко». Вот этот, как я вам крем показывала, так раньше вот, с пионом называлась «Фабрика Свобода». Наследником товарищества стало объединение «Свобода», которое по сей день свято хранит традиции создания лучшего. Пусть этот набор кремов для рук станет напоминанием о тех славных традициях. В общем, пару слов об этой коробочке.
На упаковке рисунок вощеного ситца. Россия, Москва, фабрика товарищества Прохоровской трехгорной мануфактуры. Использовался для обивки мебели и стен в Александровском дворце. Представляете? Так, в самом наборе у нас находится крем для рук питательный «Цветы императрицы». Ведь они же у нас разные. Смотрите, здесь вот что-то еще. Я вообще хотела про этот крем отдельное видео снять. Может быть, даже сниму. Потому что мне очень хочется вам прям вот детально, прям вот прям показать, показать все, как это все очень-очень так мило здесь. Детство Александры Федоровны прошло в Англии. Она полюбила цветы, которые окружали повсюду. Позже юная принцесса вернулась в Дармштадт и очутилась в сказочных парках Германии. Императрица Александра Федоровна была неравнодушна ко всем цветам, но особо ее привлекали цветочные ароматы сирени и ландышей, что отмечала ее ближайшая подруга Юлия, Лили, как она ее звала. Гостиная Ее Величества, известная как лиловый будуар императрицы, представляла собой чудную комнату, где можно было наблюдать пристрастие хозяйки ко всем оттенкам лилового цвета. Весной и в зимнее время воздух в ней был пронизан ароматами сирени и ландышей, которые целыми корзинами присылали во дворец Ривьеры. Закупленные за границей любимые цветы императрицы предназначались не только для украшения интерьеров Александровского дворца, но и как садовая культура. Угу. Потомки тех растений, возможно, еще сохранились в исторических парках царского села. Вообще, что-то аж прям за душу. Я не читала просто этот текст, сейчас аж мурашки. Ну, в общем, это так трогательно, да, когда как раз вот именно для императорского... Для императрицы были подготовлены кремики, да, кремы с ее любимым ароматом сирени и ландыша. В общем, в этой упаковке находятся два вот таких больших тюбика. И один из них называется «Сирень». Крем для рук с увлажняющим эффектом. Незаменимое средство для ежедневного ухода за кожей рук. Здесь активные компоненты интенсивно увлажняют, поддерживают естественный баланс, смягчают и устраняют сухость. Вы знаете, мне очень понравились ароматы. Я немножко как бы переживала, думаю, как может пахнуть крем с сиренью. Но он так вкусно пахнет. И он такой классный. Я не знаю, я просто вот... Я вообще люблю такое все вот ретро. То, что вот такое, на что-то похожее из детства. Поэтому у меня это вызывает такие нежные чувства. Смотрите, как красиво. И второй крем, это крем-ландыш. Я, по-моему, тоже его открывала, потому что мне же было тоже очень вкусно. Очень. Это прям ландыш-ландыш, но очень приятный. Знаете, бывает аромат ландыша. Ой, какой он. Вот это просто, девчонки, это надо попробовать. Я вам сейчас еще что-то тут хотела сказать. Я хотела сказать про активные ингредиенты. Крем для рук. Только как понять, кто из них... Что-то вот не написано. Именно цветы императрицы. Кто из них сирень, а кто из них ландыш. Ну, я вам скажу про активные ингредиенты. Оливковое масло, миндальное масло, масло семян подсолнечника, экстракт фиалки, льна и клевера. А вот в другом кремике, во втором... А может, наверное, как они вот лежали, так они... Наверху была... А я уже не помню, кто был наверху. Конечно, лучше бы, чтобы прописали, что вот сирень и ландыш. А во втором креме активные ингредиенты персиковое масло, депантенол, аллантоин, натуральный глицерин, экстракт пиона, фитоувлажняющий комплекс из экстрактов алоэ, яблок, винограда, опуха и эхиноцеи. Угу. Девчули, вот такие были покупки. Вот такая немножко, да, вот я все-таки думаю, надо отдельное видео снять, какую-то такую прям красивую нежную музыку. Не хочется. Вот люди сделали такой, на мой взгляд, уникальный продукт, такой, и так вот чувствуется, когда душа. Вот есть, берешь, и вот в этом есть душа. Какой-то вот такой подход, прям, не знаю, я прям... Поражена. Я так ждала, думаю, когда я запишу вам твиттер, расскажу, а сейчас сама стала как-то погружаться, и так мне прям... Вот. Вот такие были покупки в магазине «Фабрики Свобода». Девочки, надеюсь, видео вам понравилось. Желаю вам всего самого доброго, хорошего мира, добра, гармонии, красоты. До новых видео встреч. Пока-пока.